Так, Да, ГМК. ну я А, этим. ну ДЦ2Т5 нафиг я там нужен. Не, почему хапалм нужен по-любому? Ну я палом залил. Плюсуйте. На ГМК. Ты пересобрал? Вначале минусовали. Ты пересобрал? Ты пересобрал, да? Да, пересобрал. Ага. Ну, чтобы сразу сложность поставишь, чтобы не ебать мозг. Заебала эта хуйня. Обновите лаунчер, обновите лаунчер. Плюс оно. Так обнови. Давай, похуй, сейчас обновлю. Вроде бы в такую. Хотя я не знаю, сначала бы сделали на гнев, а потом на молча, блин, а потом бы на. Нет, там малч, потом гнев, потом идет Мастеридон, потом груль и потом погибель. Ну он рейд не фул. Какая замена может быть? Летим. Сейчас я плюсом фласку куплю на языке. Летим на магика. Почем сейчас ранит древний? По 4600. 4К. Это на ауке, да? 4600? На ауке, да. 4600. Надо кому-нибудь за 4. Да, кстати, я тоже две штуки могу за 4 продать. 4300 сейчас стоит. 230К, да? Струк 4К. Ну, по 4К, вот, да. 230К, это ты сколько можешь? Верно. Почти 20 штук купить, да? Ну да. Почти, почти. Если посчитать с двух персов, то 500К. Так, ну я ж надеюсь, мне сейчас щит с магика выпадет, потому что с Наригорном мне опять он не выпал. Я бы 25 купил бы. Не упадет. 25, да? Да. Ну, мне с Наригорна дали кристаллизированную слезу, блядь. Слава, я отойду 5-7. Да, да, давай. Почему пати так раскидана? Ахуево. Потому что. Так надо? Так надо. Так. Концепция присутствует. Что такое заломаешь? На тебя хочешь, можешь поменять. Чего? А кто в конце на двух боссов зашел? Я не помню. Кому-то. Я зашел на Фамазик. Так. Фамазик. На двух боссов, да, зашел? На Йока и Алгалона. Йока и Алгалона. Замена есть? А Продекс что-то там просит замену. А кто еще? Да нет, я к тому, что я могу пойти, мне не проблема. А кто еще зашел? Я не помню. Уи-уа-па-па-ра-пум. Друид инвалид на трех последних был, пишет. Че, Скэтман Джону послушал? Нет, просто заикается. Ну да, он заикается. Так. Дует инвалид, да, было? На трех. Ты когда был вообще? На трех последних, да? Это что получается? А чё, пойдёмте ло, блин, лока, что ли, суманём, блин, чё мы стоим на АФК, блин? Так-то надо, но... Идём. Слава, я... Чё? А я не знаю, где там хукмастер. Мне показалось, он прилетел уже. Не-не. Не, ЕП это, да, я-то сидел просто на замене. Кто-кто? Юит инвалид. Ты сначала был, что ли? ЕП-то, да? На последних трех, да? Ну вот я тебе... Ну я был не в рейде, я был на замене. На последних трех, да? Да. Ну так я тебе отнял.
За первых. Ну, я в рейде не был. А он в рейде не был, ему не накинулось. Он до последних трех сидел на замене, а потом зашел. Ой, ебаный в рот, блин. Так я ему не накинул, что ли? Когда вот да, ты ему даже наоборот отнял. Ему не накинул, именно сунул. Нормально на замене посидел. Тип посидел еще пиздец. Должен еще сидел. Приор слил нахуй, да и пошел, блядь. Нормально. Ой, блядь. Вот ты что, два раза ему 550? Нет, я ему... Это отменить написано, это я ему отменил, то есть плюсанул 550, а потом прибавил 550. Типа... Нет, сам два раза плюс. Ну, я и говорю, сначала минус 550, потом отменить плюс 550, потом плюс 550, который я ему должен накинуть. Какой ты судок, блядь, устроил? Да тури нахуй, хуй так, как это хуй поймешь. Поставьте Джесса, у кого Дживс есть по брасу. По сколько там, босс? По сотке? И шкаф. Полков. И шкаф, да, хукмастер. 150, блядь, а не 550. Тут было ранее, блядь, полурейда. Не, он перед этим отнял 550. А, подожди, в натуре, блядь. Ну, так, он же три босса даже... только был, так значит, ну, надо 400. Он до трех последних боссов сидел на замене, а потом зашел в рейд, если я правильно понял. Нет, он нет. Сидел чисто на замене, три босса. А, значит, минус 400, нахуй. Ебать, какой гринч, нахуй. Я бедный Валера. Все, блядь, накрутить хотели, понятно. Не сработает, посмотри, блядь, у тебя там приор упал. Блядь, я думал, у меня шиза, в голове музыка начала играть. Это кто-то бота ебанул. Я думаю, ебай, головой тронулся, блядь. А вот нахуй, каждого во дворе в шахматы выигрывает, блядь. Вы что думали? Так, а вот это... Правда, он из дома не выходит. Какая музыка? Продакс. Пиздец, я думал, все нахуй, блядь. Поехал, тип. Думал, все, кукуха, блядь, уехала. Так она у тебя так уехала, просто без музыки пока. Тем быстрее на сумане. Тем более. Если что, еще присуманим. Сейчас, короче, спернешь. Я не знаю, Мэтт Фокса не могу, короче, сумануть. Не знаю, почему. Нельзя применить к этой цели. А сумму уже, да. Так, а чё там? Так. Не эта хуйня. У меня квест владыка за предель. Ну, да, Мактеридон, а потом Груль, да? Да, тебе надо лететь туда к Каражану, будет сдать и взять новый. А если у кого... Поставят. А какой портал есть туда? Никакой. А ренегату как? Портал... Есть портал, короче, в Каменор. Вот, Мак ставит. А у тебя есть вся продукция Каменор? Это ордынская локация. Да, там же, да. А если... он портал не нажмет, что ли? Нет. В Каменор нет. Это же... А, ну да. Это Ордынская, а он ренегат. Стоп, а там ренегатов нет? Я думаю, да, он сможет прожать. Там нет ренегатской телепортации, нет. Ты можешь тэпнуться в пиратскую бухту и из пиратской бухты прибежать туда. Но там далеко... Крейсер мне в бухту. Он сможет зайти в портал в Каменор? Он может зайти. Да. Да просто берешь, тпшишься в Даларан и потом, блядь, в темный портал. И оттуда на коняшке ебашь. А как в темный портал попасть? Там портал есть в выжженной земле. У вас что, нету ренегатов? В Даларане нету? А, нету в Даларане? Нет, он в столицах. Он в столице. В столицу тпшишься. Да он не может туда попасть. Может. Я за ренегата случайно тэпнулся, блядь, его Вардемар нахуй. Тэпнуться может, только пизды может получить. Только, да, скорее всего, пизды получит. Так там, нет, ты появляешься в Агримаре прямо рядом с порталом в эти. Да, ну, либо, да, либо так, либо так. Сразу прыгаешь во второй. Да. Просто я не знаю, я сегодня только ренегат создал, и как бы я... Я вообще за них не был, у них на локации нету порталов, что ли, или что? У них свои телепорты, которые по 5 голды только, и они только по Азероту, то есть нельзя там не запредели. А, не запредели. Да можно, Шатрат, зона 52. Да. Норскол есть, только нейтральные территории. Да. Где гоблины рулят. Гоблины на самом деле норм, ребята. По-любому у них есть портал. Сейчас Войт скажет, вот у меня, блядь... На работе работал. Можешь, знаешь, как вот сделать? Можешь тэпнуться, короче, в Шатрат, из Шатрата полететь к порталу, пройти через него, и ты окажешься в выжженных землях.
Я в ахуе. Ебать сложности. Просто в Каменор телепортируешься и все. А кто портал вот, в Каменор? Вот, у тебя у Ренегата... Так он в маговский портал может прыгнуть? Ну, в маговский может. То есть если его в Каменоре не убьют. Чего? Там 50 левел. У Апродекса, нету нахуй. Ну все, это странный какой-то маг. Ой, бля, ясно, нахуй, дай поебать. Этот. Демон Фокс, Хукмастер, блядь. А можно я не буду на кубах? Короче, другой план. Я ставлю портал в этот. Где он? В угрюмую обжору, блядь, ставлю портал, он идет туда. Обжирает. Поднимается по горе. Это, блядь, что-то на кубы, блядь, нету людей, нахуй. Миликов назначай. Че я назначил? Миликов, блядь. На МВП хант еще. А, кстати, в Гере дебаф не подняли по таймингу? Нет. В обычке полторы минуты, вы в курсе? Да. Гере ничего не поднимает. Под охуелку. Сколько в обычке? Полторы минуты, 10 человек. Ну там сколько? Там под две пачки надо собирать. Где Мэдфокс? Ебать. А нахуя они это сделали? Мэдфокс? Ну, типа, чтобы особо не чилили. Да. Пиздец. Этот, а вот шкаф есть. С пугами теперь хуй закроешь, блядь. Да нет, пацаны, там машина для пива. Вот, нажмите на нее. Прям сейчас? Ну да. Сейчас бой идет, не надо сейчас что нажимать. Пиво вареное, чем... все, убежал. Блять, еще километр пробеги, нахуй, тварь. Фиряет, блять, пиздец, убежал в другую сторону. Синтек хотел диверсию, да, замутить? Наш митик, говорит. Ну, раньше работал. Чё там, чертовцы будете убивать, нет? Алло. Давайте моба убейте, он призывает, нахуй, он еще хилится, блин. Чертовцев-то убивайте. Ага, мазик, на трэше. Я первый, Юля вторая, Линга третья. Эвилаш перехиливает, пиздец. Нихуя ты мне напомнил, блядь. По 24к нахилило, ебаный в рот. Здесь 25 тысяч в трэш, нахуй, ебануться, блядь. Мало. Мало, что ли? Да! Урарник 48. Да. Масок, урарника 54 вообще показывает. Ну, американцы. Ну какие 30%, блядь, от СНСПД, нахуй? Ну, да, блядь. А, нет, 57. А у тебя хант не связан с этим? Кто у тебя там главный? Ну нет, не надо его связывать, я раз в год захожу на него. Ты предлагаешь мне ИП накидывать на этого? Типа перезаходить или как? Вот хитрец. Не важно, что ты раз в год на него заходишь. Просто чтобы Геру дайте. Чтобы я не парился с перекидыванием ИП. А мне может я сразу накидать за танковое. Ну, если как бы Рома отказывается, то я не откажусь. Я обломишься. Я готов принять ЕП за Рому. Обломишься. Ром, я готов сделать этот тяжелый выбор за тебя. Не переживай. Ну, я понапрягаю два раза с накидыванием ЕП, и они за меня будут. Так уж и быть, Ром, я тебе помогу. Не спи. Ну, снула, малясь, что поделать. Бывает и такое. Пацаны. Там ложи не купайте. Ну, нормально. Слава, как дела? Хуёво, нахуй. Да, блядь. Ты хардинг на... А, ты на бусе? 10 секунд кубы. А мазик на тр... Да. Ах ты. Встречать Макс Теледона. Кубы. Бегу.
пускай. Можно отпустить. Две минуты, чего нахуй? Не сделали, да? Тоже, наверное, увели. Ну, это, повернулись. Поставьте какую-нибудь. Мобов бейте, повернулись, быстрее зергайте. Похуй на метки. Просто убивайте, уничтожайте сильно. Ну пиздец. Я туда подводил. Вы что делаете? А, это эти, блядь. Да. Они самые. А, эфириум. Витамин. Есть у вас какие-то косты, паладины, полрейда паладинов, нахуй? Юля, забирай. Мобов бейте. Синтек еще звездочку нажмет. Так. Так, быстро теперь. Сколько там до вспышки? Сейчас. Ладно, быстро с мобов добейте, блядь. Продукс откатится. Вспышка 20 секунд. У меня дебаф еще 40 секунд, парни. Так, луну замените. Тихо, кто-то, значит, на луне. Я сейчас все, сука, скажу. Лут убили. Мэтфокс, значит, рез инвиз. Моба добейте. Рарник на ромбик. Катала на треугольник. На ромбик не надо, на ромбик я нажму. На продукт. Сержу на луну. Я на звезду. На кружок кто-то встаньте. Давайте, нажимай. Ждем каст. Прошел каст? Нажимаем. Нажимайте, да. Все, отпускаем. Раньше времени от того, что отпускаем, вешается. Юля, прошел. Юля, забирай. Она куплю сдавала. Это, повернулись мобов бить. Перевели. Босса фаза. Перевели, к звезде бежим с мобами. Иди сюда к нам. Бегом. Фул захил, даем РДД в мобов, повернулись. Паладины, Лингрен, пофиряй моба какого-то, выбери, пофиряй его ПКД. Забирай, Лех. Открыто, блядь. Фиряем мобов, вы что, невменяемые нахуй? Они же будут этой хуйней сейчас кидать в нас. Фиряйте моба быстрее. ПКД, блядь, да, понятно? Стыдно, даже тихо нахуй, кто там сейчас тебе дам, блядь. Оп. Там пиздит, блядь. Синтек, сука, это у тебя опять, блядь, общага, да? Заебал, нахуй. Почему у тебя вообще активация включена? Мы в гостинке сидим. А нахуя мы в гостинке сидим, блядь? Ахуй тебя, ахуй. Мне не надо вот эти, блядь, ёбаные эти, блядь, как они называются. Ну, те самые, нахуй, да? История, нахуй, школьная, нахуй. Или что там? Что плохого в школьных историях? Да просто, блядь, на фоне пиздят его, блядь. Да и согласен. Так флуда хватает вреди. Вот, никаких проблем нету с кубами. То же самое и в этой делается. Просто челики одни дамажить убегают босса, которые нажали, а другие по нику просто называешь и все. Без диса, конечно, это труднее будет оформить все, поэтому пуги вайпают, что там, как дауны. Так сразу 10 назначают и все. Ну, блядь. Ну. Да, наверное. IQ 45. Нам нахуя IQ надо, да. Я не знаю, нахуя они это сделали, типа, ну, блядь. Чтобы скучно не было. Ну охуенно, да. Этот. Проходной контент. Этот контент уже чисто так проходит по приколу, блядь, а они, ну, типа, бля. Почему по приколу? Люди некоторые новых персонажей создают, одевают. Ну так я же говорю, кто-то по приколу просто создает персонажа нового, типа, ну. Бля, надеюсь, с него щит выпадет. Нет. Надо щит выпасть, чтоб с него выпал. У тебя же есть вроде. Нету у меня, откуда? А, ты с палкой ходишь? Да, я с палкой хожу. Ну возьми со скильдана. Кильданасовский фармить надо. Да вон с этого нахуй. С ТТГ. Спасибо, не выпал, Старигорно. Не переживай. И он тут тоже не выпал. Спасибо, папаша, нахуй. Зеленый логан, черный свет. Юля, тебе бежать. Сколько там иди, надо иди, вообще? Юля. Чего? Ты, кстати, мой поэм прочитал, который тебе писал? Прочитал. Бегите, быстрее. Кто там с распылом? Юля, закидывай. Я с распылом тоже. Юля, закидывай на распыл.
Медальон надо кому-то этот трине? Что он делает? Не хуй знает. Нихуя полезного. Ну, он хуйня ебаная, блядь. Хуйня, короче. Так, для прикола чисто. Мне вот этот черный мешок с самоцветами нужен. Черный мешок сейчас. Сейчас тебе мешок залетит. Сейчас тебя в черный мешок. Черный мешок, ты говоришь, да? На, держи. Он его, блядь, выкидывает всегда. Он новый лутает по КД, блядь. Ты че, Костя, не убежал-то нахуй? Бегите нахуй. Ой, блядь. А ты стоял, верил, что тебе мешок дадут? Там алицит. Я так-то лутера мог забрать. Хуёвый мешок. Сука, хуёвый мешок, реально. Какой-то ебучий алицит, блядь. Куда ты говоришь, ты бутся? В смысле, алицит нихуя не ебучий так-то, блядь. Нес паладину в скорость воткнёшь. Ты видел, сколько он сейчас стоит? Он, конечно, не так, конечно, как сердолик. Войд, войд. Ты чё? Вот сюда иди в портал в темный, беги быстрее, блядь. А я уже в пиратской бухте. Ага. Ну, дохуя. Крейсер мне в бухту. Там дохуя бежать тебе придется. Ага. Здесь вот в портал забежал бы в темный и быстренько убежал бы. А турет. Давай включим таймер, за сколько я думаю. Включим таймер. Вот секунды пошли. Мы не будем рабами. Но мы будем завоевателями. Так нет уже, да? Где? Хорош, нахуй. А чего получил? Ебать тебе здесь бежать, ну. Охуеть прям. Не, с пиратской бухты ему там далеко бежать. Там вообще, там... Ему прям так нормально бежать. Защитник нару дали. Что-то дает или так? Нару нас не забыли. Звание дает защитник нару. Там, слышишь, Войд, там с тернистой долины перебегаешь в сумеречный лес, и в сумеречный лес там есть проходка в этот самый. Он знает, я думаю. Ну я так просто проконструктировал. Он играет больше, блядь, чем ты существуешь. Я, блядь, хранителя мудрости делаю, тут заебался, блядь, ебаные квесты эти делать. От выжженных земель через болото печали же туда. Да. Ну а кто быстрее, нахуй? Ну, можно. У меня рема, нахуй. Ну, по идее, через болото печали быстрее тебе бежать. Заебал, подожди, нахуй. Потому что Войд еще только в тернистой долине. Ну, у меня ма сейчас откатится через 30 секунд. Раз. Держи. Может, вы там протанетесь к Рожану кто-то, нахуй, и сумнете? Нихуя. Хуя, у тебя какая випка-то, ебать, 15-я, что ли? Блядь, меня пантера бьет тенебрюха, ебаный покос. Что делать? У него випка админ сервера. Вы что, фрики? Вы что делаете, блядь? Подожди, а нахера ты полетел сейчас это сдавать? Это ж последний квест, все как бы тебе. Это предпоследний. Это Груль еще после него. Груль, и потом это погибель. А-а-а, ну что. Я тут знаю, срезать короткую погибель. А мне, блядь, надо гнева убить, чтобы квест сдать. Джунглевый рокотун, нахуй. Такие тут сложные. Очень приятно. Джунглевый. Кто джунглевый рокотун плюс чат? Такой бабуин, блядь. Yes. Доп ЕП мне после за шкафы. Нихуя себе, блядь. Охуел, блядь. Нихуя себе, блядь. Что там держишь? Ты поди в каражан забегаешь. А за петли, блядь, на дверях. Все, мне за кузнечку надо. Знаю я, блядь. А вот. Увидел проход. Не, ну тогда мне за тотема можно и поебано. Хорошо, когда увидел проход. Согласен. Хуёво, когда... Мне за 25 ИП можно? Так а чё ты ебал этого Лока? Ты же говорил, что тебе нравится Лок, это твой мейн-персонаж теперь, вместо ДК. Лок прикольная тема. Красный нахуй, разбегаемся по РТД. Я он с красного на синего пересел. Ну чисто полицейский нахуй. И его занерфили.
Его занерфили, блядь. Сука, ну зачем ты вот, блядь, соль на рану сыпешь? Ну ёбаный рот. Хули, соль на тотемы сыпешь, блядь. На туре не надо так. Ты на кого, говорит, соль крошишь? Блядь, в альянский лагерь забежал. Сахар ёбаный, блядь. Не надо так делать, ну, ребят. Хорош. Нормально же общались. Бля, пересядь на ретрика, может, его тоже убьют, нахуй, опять. А потом на рогу можно пересесть. Да, хули, я и так не дамажу, блядь. ДКшник какой-то дебил. Притянул меня, давай бить. Пизды получил, забежал в форт. Дебил. На рогу садиться не надо, они сами убьют все нахуй. Давайте понял. Пока трэш почистим. Понял. Не, можно, я думаю, можно мы уже почистили. Можно и королей убить, наверное. Да. Королей. Мне тут осталось бежать, наверное, минуту две. Не, там Рома сильно за сову радовался, можно на сову пересесть, чтобы сову тоже поднерфили немножко опять. Опять там забагали что-нибудь? Ну да, чтоб неповадно было. Интересно, я могу предложить это? А какая разница, это на хапале играю? Бля, ну... Воланир-то на хапале, ебаный свет. Ну тогда, значит, пересаживаемся на хапала и нерфят Воланир, убирают абсорд с пушки. Сделает его нахуй 226-м. 226-м, да, и все нахуй. И пиздец. Ой, я придумал. Я возвращаю тебе нахуй 10 бонусов, блядь, с покупки. Мне прям интересно, что было бы, если бы можно было Воланир перековать в пуху в чистых статах, типа. Как бы выглядел профиль, блядь. Сколько бы там было. Можно расплеть. Подождите, а на X2 там Воланир хэмовский надо новый собирать, да? Конечно. А. Оранжевые пухи можно распылить? Опять там... осколки. Другие осколки уже. Там осколки Воланира? Там они какие-то потемневшие вроде осколки. Потому что я знаю, типа, когда... Ну, как знаю. В логах игры просто находили люди. И на форуме это выставили. Типа, там ШМ можно... ШМ можно бутапнуть там до нечестивой скорби на 303 и левел. Да, конечно, блядь, есть такой топор, только одноручка на X2. Роги его компоты носят. Ну вот, они написали, что типа в тему создавали ответы на вопросы. Там был вопрос, типа, будет ли в ап каких-то легендарок там. Они писали, что да, будут, типа, планируют ввести новые, типа, ну, я, типа на каждый вот, класс. Я типа вот только знал, что этот самый... Прикинь, у каждого класса в рейде будет легендарка. А это заебешься собирать, нахуй. А если они еще сделают... Если они сделают, типа, как... Так вот... просто, типа, 20 осколки, да? Если сделать. Да, если как осколки... На дагер, на посох тебе, на двор. Это забей. А, не спел. Это можно... Тогда надо тираж реворкать под Сирус. Это вечно. Что поделать? Надо будет собирать. Это вечность, блядь, можно будет собирать. Анкираж по Сирус реворкать? Да ты что, прикалываешься? Вот там зато будет потом сеть. Ебать жестко. Я бы на самом деле, блядь, я бы на самом деле был лучше Черногору по Сирус бы реворком. Человек еще не добежал. Черногору? А, у них там Черный Храм же еще где-то был. Это какой контент? 297 добежал. Черный Храм это, блядь, с Иллиданом. Это на X2. Ну, да. А он под какой контент? Под Т6. Под Т6. Там сейчас на X2, насколько я помню... на Локи. Лёха, давай на кроши. Я на слепце. Чё можете сломать? Блять, тут какие-то пидоры здесь меня надо, не пиздят. Надо бы друида, конечно. На X2 ну, сколько... Фокса, по-моему, мишка есть. А, ну и у Синтека тоже мишка есть. О, Мэтт Фокс. О, Мурлок, пика есть, да. Насколько я помню, там же ж, типа, у X2 сейчас, типа, Т6 вышел плата и это. Чё я сомнулся? Как кому? Хиджал же там. Лежал. Юля на Локе, да. Лёха на Крош, я на Слепце, Мурлок держишь Короля и Киглера. Так мне в Ретрика тогда? Да, Гамазик. А чё у Сенка в Ретрика? Ну не хотят. Понятно. И кому-то сбивать касты по классу. Стелс, либо Заломаныч. Нет, Заломаныч. Вообще разговор. Работа, нахуй. Да. Опять заработал. Скажи, у меня капа меткости нет.
Ребят, как меткости 8%. Какой каз сбиваете? За каждый мисс 10 гп тебе. Пришел в рейд без капа меткости. Пиздец. Нахожу, да? Без хардкапа нахуй пришел. Держу в курсе. Да, не могу линкануть. Не, ну с пером хардкап, кстати. Дайте. Кауды. Не врывайтесь, пусть набьет. Отведи слепоглаза глаза оттуда чуть. У кого сбивать каст еще раз? Слепоглаз, вот, он активен. Какой-то слепоглаз. А можно увести его, чтобы вот этой залупы не было? Правильник умирает. Земля пух. Продакс умирает. Чтобы не откидывал. У меня когда... Да блин, почему Кегля? Бля, что происходит с Киглером? Кегля просто по рейду бегает. А чё, ну? А где Синтек? Я хуй знает где он. Забери Кеглера у него. И короля заберите. Всех забирай, короче. Блядь. Я в ахуе просто, блядь. Вам просто не надо было подходить, блядь, и бить. Им надо было разводить. Вот это сбить. Да он пытался с меня забрать кеглю и слепоглаза. Ну и прилетели ДКшники, пропал один и начали ебашить там кегля. Бейте кеглю ебаная. Я исцеление, да, кика получается? Бля. Там молитву он будет кастовать раз в секунд 30, наверное. А обычное исцеление не надо кикать? Нет, по-моему. Ну я кикаю то и то. Нахуй я пошел его. Блять, кто тебя пиздит нахуй? Король! Так блять, что там, таунта нету у танка или что? Да мне огромный дохуй. Ой, бля, я проебал каст. О, ГП. Постой. Почти. Не уходи. Мы ждали лето. Пришла зима. Ты че тут делаешь? Хебать. Кусок ностальгии деду нахуй. Найди, налейте деду кружку выдержанного эля, нахуй. Грош. Айранчик, нахуй. Айранчика, точно. Ты чё, он там на ЗОЖе сидит? О, спасибо. Мазек, молодец. Спасибо. А Мазек, мелики не бьют кружку. Вообще вахуй. А я мог. Чё, блядь, сыны, нахуй, орды. Калинка стелсы, блядь, не взрывайте бомбу в рейде. Вообще вахуй. Даже я, блядь, знаю, Рарник, что надо бить. Так и зов... Ну, конечно, блядь, просто там, как вайпанулся разок. Я когда тоже подошел, такой пизды получил. Матфок, Эджу, бомба. Нет, не то, что с волосами. Да я так далеко. Остался, Вилаш. Что, блядь, Войт, ты сказал? Не то, что с волосами. Блядь, дед, ебать ты, конечно, вспоминаешь это вот. Пиздец. Как анекдот. Красную плесень, может, еще и нахуй будем слушать. Когда бьют руками и ногами. Поебалу. Пиздец. Я понял. Надо бить через книжку толстую. Тогда. Прямой гильдии пива, нахуй. Мертвые не говорят, нахуй. Ну, по факту. Пиво распалось. О, кеглю добейте, добейте кеглю. В смысле, пиво распалось? Там мне говорили, что хуйня какая-то какая была. Какая ж, блядь, жалость. Спились. Он разложился на плечи. Че там, блядь, последний человек умер от пива, нахуй. Передозернулся, блядь. Ёбаный дурак, нахуй. Передозировка. Передозировка пива, да, получается? Да там передозировка кринжа скорее, блядь. Фух, среднее Апродокса побьет хоть РДД, нахуй. Продакс. Алло, блять, АФК, нахуй. Минус ГОШ. Ну, ГП нахуй за АФК, блять. Нет, встал. Хорошо, когда встал, лох. Блять, ой, не надо. Пиздец. Говорит, зайди девочек, нахуй. Геру, давайте. Геру, фул ДПС. И Войд говорил, что мы еще как бы кринжуем люто, блять. А сейчас сам сидит. Диспельти. Диспельте? Декурс, декурс. Друиды хилы диспелим. Стелси диспелим. Маги. Работаем. Ой, ебать, у меня КД. Успел. Я хочу пиццу. Я хочу пиццу. Безумно хочу пиццу. А чё, будет, я блядь, хочу... ДПС? Тихо, не надо. Тихо, не надо. Декурс.
Красноярск накиньте. Челики лежат. Красноярск накиньте. Кто в Красноярске, ебать, накиньте? Я нахуй, собака, накину. Выпить пиво, выпить пиво, выпить пиво. Первый дел. Сакра 3 секунды. Че, он умрет за 4 секунды? Налево. Понял, ловит, блядь. Дал сакру. Блядь, я, говорит, после работы не ем, я сразу пью пиво, блядь. В натуре. Пиво лучше, чем еда. Минуту через. Пиво это 1000 богов, поел одновременно. Жидкое золото, блядь. Да, да. Какие сорта предпочитаете? Ну вот, толстяк. Нормальное пиво. Халзан, ебать. Корона. Эх, КБГВ. Ебать. Ладно тебе, Кумысыч, успокойся, блядь. Кумысыч, блядь. Точную геолокацию, пожалуйста. Клитора. Опа, вот это да, блядь. Не поздно, остановись. Просто, блядь. Почему нахуй ты говоришь тест, стыдно мне? Да я не знаю, он, по-моему, он ты, просто, блядь, по-моему, какие-то рандомные такого слова говорит, блядь, ему весело. Ну это сифилис сказал так-то, блядь. А, ну у меня... А, ну так-то этому, да, блядь. Этому что-то попутали, блядь. Точную геолокацию. Если бы, блядь, такой ник можно было сделать, он бы сделал. Дай знать, где ты находишься. Геолокация Кусаки. Морлок, закинь иннер... Кладбище, нахуй, домашних животных. Лунфок, закинь иннер в транки. Кстати, пизд... С его гром, нахуй, можно забыть про него, блядь. Кстати, пиздатый фильм. Какой? Кусака, с чем его идет. Да, пиздатый фильм. Кусака, и что он жрет, блядь. Там вроде какой-то ремейк есть, не такой крутой. Фильмы Стивена Кинга охуенные. Да. Вы что, что? Да, Стивен Кинг нормальный. Он еще не активен. Стивен Кинг? Окей. Ну, Стивен Кинг. Типа писатель, понял? Ну, красава, красава, только... Стивен Кринж. Я думаю, что ты за кабанчик бегает? Это нахуй, Макс? Бейте. Корж? Не, я по пряникам. Ну, если прибегаешь. Как ты видишь, Скорж? Макс Скорж. Скорж. Ну, типа, Скорж. Патч Вовки. Бурнин Лиджин. А шо, как там, нормально с бомбами в рейде стоится, мужики? Ну, знает, блядь, Волонир работает. Пусть знает, я свернулся. Калачка. А, Волонир работает? Понял, окей, ладно, не выносим тогда нахуй. Все нахуй, ИП за Волонир. Ну все тогда получается. Кому собрали Волонир, а нахуй, 500 ЕП, нахуй, плюсом, блядь. Пиздец, отсутствие Волонира. А всем остальным 500, нахуй, тысяч. За страдания, блядь. В натуре, блядь. Вы чё, ебанулись? Две ульды, блядь, всего лишь. А это кто накидывает ХПшку? Мишка. Мишка? Смотрю, у меня до 80 выросло. Нихуя, что выросло. Гуцы, ебать. До 80, блядь. Бля, вот, хватит. У меня только, блядь, 20, нихуя себе. Я понял, блядь. Хуя, парень поднялся, блядь. Поднялся, блядь, нихуя. Поднос тогда немножко, блядь. Интересно, что девочки думают по поводу всей этой хуйни. Они, походу, нас в мут кинули. Они уже вышли, нахуй, здесь. Я думал, да, уже просто... Они думают, блядь, сегодня ливать или завтра, нахуй. Смотри, прям иди в муке. Пойду-ка я, наверное, новую гильдию, да, искать, типа. Хорош. Ты женскую, нахуй. Где там про вот эти женскую всю хуйню будут говорить? Бутылка, я рано убился. И это будет нормально, типа. Бля, а прикинь... Ебать, вот как живой туда хочет, блядь. Прикиньте, просто они сейчас сидят нахуй, орут тоже, блядь, а мы этого не слышим, блядь. И мы вот сидим, думаем о всякой хуйне, блядь, этого. Ну, смотря от чего они орут. Девочки, вы орёте? Блядь, вот! Зависит от ситуации, нахуй. Ёбаный в рот, блядь, ну куда ты полез? Пиздец. Ну, сэс. Хорош. Ой, мне стыдно, но хочется еще больше разогнать. Здесь. Нас девочки, нахуй, с 8 марта, ебать. Доброго утра, с 8 марта вас.
Кого хуёво кормят там? Давайте, блин, покормим. Меня, давай, чем предлагают? Хуёво кормят, блин? Да. Да. Ты что, ненормально, Саня, хаваешь? Нет. Я не понимаю, что, о чем я, выезжать? Посмеялся только что. Куда выйдешь? Я над тобой, блядь, посмеялся просто, вот. Да сейчас просто... это с любой... Себя с любой хуйни рвет, блядь. Сейчас содержало, как говорится, за достойное вознаграждение. Ой, предлог по... Насколько достойное вознаграждение? Две воронки в неделю. Предложи там посмотреть. Так. Предложи там поглядеть. Ургия, хуй знает. Орги. Мудфокс, тебе на чё? ВПХан на чё тебе? Пятый кусок? Ну, это пятый кусок просто. Мне одно осталось. Сейчас, у меня типа башка уже выбита. Ты его оденешь? Ну давай, на следующей неделе подождём. Мне он одно осталось, я, блядь, чапнул и всё. Ну, ладно, дай бичу. Так. Да, я так не дамажит, нахуй. Ну зачем вы, блядь, ну зачем вы так, ребята? Зачем вы так? Зачем? Может, хоть нахуй на 25 ДПС вырастет, блядь. Блядь. Отдайте мне, я продам за Хана. Я за Хана еще передамажу, мне кажется, ему непрофитную печеньку давать. Че это такое? Техники у вас гильдии? Слушай, я не вижу. Этот, я не вижу, где гомосек, нахуй. Я просто не вижу. Так меня убило. Первая пати. Ты что? И ты что, вышел, что ли? Че ты, плеха? Ты про что? Откуда вышел? Вот ему печеньку. Лёха 13.4 дал за Ханыч 8, это шо? Так вот он, а я гиги... В смысле, я косты стоял, сбивал, блядь, этому нахуй. Блядь. Сука. Ну это в спеньке, блядь. Ну давай мне печеньку, нахуй. Ну в смысле? Мне одна надо, плечи апать. Не парься, давай. Вот тебе мой танк. Там еще будет две печеньки. Да, мне одну накиньте. Вон, я отдам. Все, нахуй. Ты что? Ага. Побегаем или бьем? Побегаем или бьем? А хуй нахуй бьем? Ну, скорее всего, нас будут бить. Чё, прикольный трансмог? Ебать забыл. Да, да, возьми, блядь, одень. Так. Так, я надеюсь, смогу пробежать. Ну, я постарался рассчитывать. Добежали все. Я рассчитываю еще раз. Считаю, пуля. Ну, я рассчитываю на тебя. Уже не считаю, блядь, пусть умирает. А, Диван на транквиле. Тут-то уже, да, тут надо уже все подыхать. Да, что я ебут. Пизданите меня уже кто-нибудь, да ебаный урод. Да, дайте вам спокойно, нахуй. Кабан пришел. Наверное, да сейчас груль уже. Вот а где уже? Мы на груле уже. Почему так часто пропадаешь? А что, мы резку хэм идем после этого? Да. Я могу уступить Катрисе слот на замене посей. Надо? Так, надо. На боссе... Надо. На боссе... Ой, блядь, рисайте. А может мы обычно сходим РС-ку? Типа там просто Глеб просил, типа, ну... Мораль, знаешь же, да, забегать под ебало как? Обычку можно завтра сходить. Так, вот рыба. Как раз после ТТГ. Обычку можно не ходить, нахуй. Так Глебыч просил... Ну, катала под ебало забегал? Да, просто Глеб попросил, да, типа. Так. Позакрывают. А во сколько он приходит? Урги есть спек? Но а подожди, ладно, давай. Он сказал, что сегодня типа вообще сегодня не будет. Да, точно. Он перенесет. А ему апокалы нужны, да? А ему апокалы, да. Ебать, он тогда Т5 у меня отберет. Я отберу. Нет, он сказал, типа, я не хочу лута, типа, ничего, пока не выпадут апокалы. Типа, он... Так он, типа, узнает, что мы пронесли без него. Скрин ему скинем с тремя апокалами, да, и все. Психанет нахуй, что они у всех теперь в гильдии есть. Ильтанет на месяц, и все, пиздец. Гомосек, Лингрен, закрывайте. И 25 нахуй куска возьмете. В смысле, не Лингрен с гомосек, а Лингрен и гомосек. Лингрен, гомосек, я понял. Кто им ты, Холидринг? Ну, наверное, пускай Холидринг. Юля, рядом стоишь с ним тогда. Он, наоборот, наконец-то свой человек появился. Гомосек и Лингрен
закрываете руки. Вот. Первая, вторая пати под боссом, нахуй. Чё? Чё ты за лопатой сидишь там где-то? Ебать, тише, нахуй, вы чё, ебанули? Сейчас, блядь, маны немножко резну. Сейчас, нахуй, до первого вайпа и пизды. Да, потом начнется тут. Ну куда вы даёте, блядь, ну, блядь, я маны не резну. Кто это сделал? Холодро. А чё с пулей? Ой, блядь. Что вы это? Всё, пульте теперь, хули. У босса, ебать. Я в ахуе просто, блин. Слава, а ты меня с ЕП наебал, нахуй. Чё? В натуре ему достаточно. За ульду, нахуй. Ошеломляюще. После откова заходим. Под лицо, первое в Феррари. Руки справа, под боссом закрою. Спасибо. Этот самый синтек, да, Inner Void, да? Хотя мне уже отрез основной. Похуй, да, все равно. Выходим. Обжигаю. Под боссом справа закройте. Под боссом справа закройте. Пиздец. Бана в рот, ну чё слепые? Чё слепые в натуре, блядь? Я добежать не успел, далеко стоял. Синтек. Рисы этого. Заходим. Потеряшку. Лицо. Первая, вторая. У баф по нему. Каску, лапа, без баф. Я каску дам сейчас. Вау. Уйди, Заломаныч, уйди оттуда. Так. Чуть не сгорел, блядь. Сын, я успел, я успел выйти. Под боссом не закрыли. Хорошо. А что там, что там играет? Работает. Это релакс. О, Джипс. Надо починить. Релакс. После него выходим. Ну где же ручки? Ну где же ваши ручки? Че там, обжегся? Зашли под лицо. Как решает ДСшник, я в ахуе просто. Сбылась твоя мечта, да, вот что Брэдди был ДСшник? Руки. Руки, боже, сука, никто не зашел. Ну слева нахуй, что слепые, блядь? Сука. Вообще в ахуе. И никто, главное, не заходит и шевелится, блядь. На чем Матфокс ругается? Вышли. Какое говно? Ты звук отключи просто. Я могу бота замутить, в смысле забанить. Не надо. Ну так не включайте говно всякое. Или это не говно, я не знаю, просто не слышу. Можно Инер, пожалуйста. Звук скрутил, хуя машина. Давай подъебать. Мэтфокс по транквили. Ой, его обжег? Нет, еще не обжег. Мэтфокс по транквили Инер. Ага, печка там. Как сейчас удалось. После этого обжигай и снова выходим. Выходим. Либо. Блять, у руля, блять, больше хп, чем у Феникса. Так, значит, там свои проживайте под лицо первое, вторая. Москва. Бля, не успели, вышли, отверни его. А чё вы не успеваете? Вы чё, под лицо снова. Я вторым забегу под лицо. Под лицо еще одно тело, нахуй. Давай какой-то шаман, нахуй. Два мертвых. Блядь, ну давай, я побежал на Элеме, блядь. Здесь меня не надеюсь, меня не сложит, блядь. Да хули ты кольчужный, все норм будет. Так, ну, этот блядь. Самый. Вот Фокс, ресы и мораль, а друид инвалид, ресы и катала. Да, надо обжигать. Печь появится, сразу обжигай. Слева от босса. Рука слева от босса. Выбегите, кто там. Вы чё, блядь. Сука, не можете РДД закрыть, нахуй? Бичи, сука. Печь работает. Я его убил. Его не убил, это мёртвый. Короче, убил. Массакру. А вышли за спину, быстро. За спину вышли. Ой, живи, сыночек, пожалуйста. Транквил, на хп давай. Я уже давал. Ёва.
Роки. Роки. Первая, вторая пати, не забывайте, вы под дебалом стоите. Маша, угу. Руки надо для Роки. Я, получается, могу сейчас в next раз выбежать, да, уже все? Всех с первой, вторая. Первая, вторая пати живые все, видишь? Ну, я просто заменял кого-то. Я все вышел. Выходи. Не, давай третий стак ловим. Третий стак. Я уже выбежал. Давайте, тебе... сейчас после этого выбегайте за... Руки. Все, вот теперь вышли. За... Под боссом руки. А почему он почему был ад? Ну, просто, ну, не было 10 человек. Нахуй. Сейчас еще один адский, все вышли. Сокрудал. Дефы, давайте масс. Все, что есть. Пиздец, нахуй. Ну, под лицо зашли. Под лицо зашли 10 человек, нахуй. Я тоже зашел. Я опять бегу. Закройте. Зайдите, блядь, 10 человек. Два опять бездохшие, нахуй. Я Сломаныч, зайди. Я стал, уже стою. Все, сейчас добьем уже. Параша ебаная, рот ебал этого босса. О, кружка, ну слава богу. Кружечка. Слава. Лингрен, тебе на протопало, да? Ну да, мне сейчас один, и потом на следующей неделе еще одну. Тебе отдавать вторую печеньку, нет? Да зачем, я на следующей неделе еще одну возьму. Не буду сильно, как говорится, наглеть. Правильно, бля. Спасибо. А Гомосеку вторую скромность. Брал или чё? Да, вторая. Ну, в смысле, сегодня первая. В принципе, вторая по жизни. Нет, ты ему вроде... Тебе не две сейчас рейдера задали, нет? Нет, одну. Кружка кому нужна? Мне нужна. А ты, вы перезабирать будете или нет? А куда мы сейчас... А чё, инвизибл вот, она постольку чем... поскольку, и вару я хуй знает. Кому она нужнее? Маг просто лучше. А продакс красавчик. Он инвизибл пишет, ему нужна на мейл. А, ну если инвизибл, пусть забирает, он фрост, он бисовый фрост. На пару минут. Водка пиво, под конец. Типа карта. Она и чешка гер, по-моему, сейчас самые лучшие будут на фрост ДК. Ну у него как раз чешка есть уже. Так, что там дальше будет? Так, сейчас 300, я подам, Терез гер. Историю, пойдешь в РС-ку забирать чешку? Нет. Мне накинь, я вышел с рейда. А кто чё на чешку нет? Чё? Мы сегодня идем. Схуяли, наебал. Где? На ульду я тебе написал, блядь. Ты дал мне минус 100, потому что я якобы отсутствовал на боссе, хотя я отсутствовал. А потом начислил всех боссов. Но ты, блядь, зачем-то не вернул эти 100. У меня убито 11 боссов. 11 на 50, 550. Мы репати будем делать? А ты мне дал 400, мне еще 150. А? Я тебе 500 дал. Ну так ты до этого отнял 100, блядь, итого 400. А должно быть 550. Ты с ума сошел, что ли? Там, там отменялось. Нихуя не отменялось. Тебе отменялось. А минус 100 это то, что у тебя на двух боссах не было. Ну да, а ты потом начислил за всех, суммарно. Слава, говорю, мне ты ушел накинь. Потом, что ты мне мозг ебешь? Давай считать, посчитай, сколько... Нахуй, боссов. Считать будешь по видео, короче, сколько ты убил, блядь. 11. Так я схуяли. На был. Я не был только на Везексе, на йоге и на... Ну, на, могу удовольствие. Уступить в РС-ку там. Но на двух есть. Боссах на каких-то не был. У него проходки нет, скрещен. Вы ЛГО набили? Катало, у тебя проходки нету. Ну, если нет проходки, ссылка 25 опыта, но нет проходки. А, ну я не знаю, может и есть у них. 25 оп на фул. 25 оп фул нужно.